Ну, я Дубовой Виктор Григорьевич. Родился в Лисичанске. Жил в последнее время в Северске, в Красном Лимане. За что и воюю, за что и землю. Мне 60 лет. Ну, немножко больше. Я воюю с самого начала. Еще до того, до войны я уже занимался. И блокпосты строили, еще с палками бегали. Ну, а теперь я воюю уже и до победы. Возврата нет. А как вы получили свой первый боевой опыт? Первый свой боевой опыт я получил на Ямполе. Там очень сильные бои. Там и танками нас бомбили, и градами бомбили, и минометами, и чего только не было. Вот. Ну и слава богу, сначала побаивался немножко, а потом привык уже. Так, слышишь, куда он летит, уже не прячешься. А когда уже близко, да, тогда прыгнулся, там окоп засел еще. А так, воюем. По мере возможности. Бояться нечего бояться. Двух смертей не бывать, одной не миновать. А когда если судьба, значит судьба. А нет, значит, дойдем до победы. Но только до победы. И никак не признать. А что бы вы хотели передать тем, кто еще не вступил в ополчение? Ну, сидит дома. Ну, так-то что. Засранцы. И все. Как это так? Уехать из дому, бросить свой дом, что ты думаешь, что не вернешься никогда. Все равно мы им победим. Тут в этом я не сомневаюсь, ни на столечко не сомневаюсь. А как же ты потом приедешь и будешь смотреть глаза ребятам, тем, которые воевали, и сказали, что ж ты уехал, а мы воевали за тебя. Здоровые пацаны, афганцы. Ну, афганцы я могу понять, они крови навидались, и уже им, может, она поперек горла стоит. Но молодые ребята поезжали из дому, побросали все, зажимцы их держатся. У меня, я одному говорю, а у меня дети, я говорю, а у меня нет, у меня выродки, у меня не дети. Так у тебя дети, ты должен их кормить, а мои должны страдать из-за этого. Как это так, свою землю не защитить? Это, понимаешь, я вот разговариваю, у меня аж волос поднимается. Потому что своя земля есть своя земля.